простор. Немного смысла полноты, заботы, нежности и ласки, любви мужской и красоты. Отец семьи, как царь на троне, венцы царей камней полны. А вы, отцы, в своей короне, венец ваш дочери, сыны. Порой венцы сии тяжелы, любовь отца их несет. И для семьи своей любимой он много сил отдает. Мы в наши дни не часто о папах говорим, но все же ежечасно мы с ними быть хотим. Мой папа самый добрый, мой самый дорогой, а мой умеет слушать, когда я сам не свой. Когда меня обидят и хочется уйти, то лучше, чем у папы, мне места не найти. Мой папа очень хочет, чтобы я мужчиной был, за слабых заступался и честь свою хранил. Он книжки нам читает и песенки поет, у мамы помогает не доставлять хлопот. У папы много ласки и к маме, и ко мне. Когда закроет глазки, порой храпит во сне. Работает он много, но все же не секрет, чтобы нам купить игрушки, обычно денег нет. Но я не обижаюсь, не жаль его порой, ведь это из-за нас он становится седой. Хочу просить Иисуса, чтобы он его хранил и много-много силы папуле подарил, чтобы он не уставая заботился о нас. Как хорошо, что папы сегодня есть у нас. Так хорошо семье, где мальчики и девочки имеют маму с папой во главе. Но той семье, где есть и бабушка, и дедушка, живется лучше малой детворе. Где-то мудрен своим огромным опытом, так что и внуков может наставлять. И все заботы их и мелким хлопотом он может нам ближайший вид придать. Дед может парк водить за ручку внучка и внучку на качелях подтолкнуть. Чинить игрушки тоже их научит он, в густом лесу к грибам укажет путь. Он учит ездить на велосипеде, как успешно удочкой владеть. Все получается в руках у дедушки, на тут его приятно посмотреть. Но выше мы получаем знания, когда в конце загруженного дня дед тянет ранним и открыл писание, просчет главу, запречен нас огнем. Но долго жить будет ушивание, что на коленях дедов к нам пришло. Живи же, дедушка, читай нам из писания. Примером будь таким, как чистое стекло. Трудно жить на свете без отца родного, но еще труднее жить без отца святого. У меня есть два отца, на земле, на небе. Нет теперь ни в чем нужды, ни в питье, ни в хлебе. Папа добрый на земле, очень меня любит. Он заботится о мне, нежит и голубит. А небесный мой отец дарит мне спасение. Радость сердцу он дает, телу исцеление. Хорошо на свете жить мне с двумя отцами. Я счастливый человек, нынче между вами.